Ты что, я уже аж похудела, Лёш. На все три лунки. Гляня, как куча уже. Я не успеваю мормышку опускать. Так вот такие самые в тебе дыба, да. Тут же ж надо микроскопический крючочек и сноровку, понимаешь, чтобы подсекать вовремя. Нужно быть специалистом по такой рыбе. Я. Нет, лучше я и подходить не буду. Так, Лёша, активизировалась только что. Может, крупняк пидой да я. Ну, то же самое, я оттуда втик. Гляяка. Втик оттуда. Гля уже яка куча. Ты шо, ты шо? Как Рязанова говорит. Ты шо, ты шо? Серега, привет. Да. А сколько сейчас время? Это мы с утра. О, видишь, к обеду. А я говорила, в 2 часа карась клюнет, я вам казала. Я ж казала, что зубатка ж. Ото, вы уедете, а карась клюнет. Короче, ну, короче, остаюсь я тут жить, наверное, остаюсь. А вдруг он ночью клюнет? Автобус сколько на полтора? Боже, я на автобусе, наверное, лет 30 не каталась. А как сказать, не ездила, чешу. Не, ну междугородними не знаю. Не, в Луганск ездила. Он так там же люкс. Тут же ж люкс не езда, я думаю. А прикинь, приеду на автобусе и с карасем. Ты представляешь, что будет? И пришлю тебе по вайберу. Ты ж спать не будешь ночью. И пришли тебе по вайберу килограммового карася, скажу, ха-ха-ха. Да. Ля. Не понимает Люха ничего в настоящей рыбалке. Да, сидит семки плюха тут. Тут такой клёвин. Сидит семки плюха. Сейчас я вкину трошечки мотыля. И у меня еще больше активизируется. Такой мотыль, я вообще не пойму. Красный, да? Красивый. Она газетку разворачивала, вин выпрыгивал прямо аж. Все. Шляки-башляки. Даже без мотыля. Даже без мотыля клей. Оце вона голодна. Шо, окуня пойму? Так, самое главное, нужно колечко сделать. Я попробую попади таким крючочком в такую мотылинку. Теперь делаем вот так. Такого мотыля... Не жалко, он все равно не жилец. Вчера только купила, прыгал по газетке. Как они его реанимируют. И главное, что не черный, красный же. Все. Вони его научились. Вони его, мабуть, научились уже и подкрашивать. Что на безмотылку пойму? Да? За брюхо цепанул, да? Боже. Оце голодно. Ля. Та, не успеваешь мормышку засунуть. Просто обидно, что веса не чувствуешь. Что-то телепается там, а веса даже не чувствуешь. Да, подергаться вот так вот. И надоест быстро, конечно. Просто потому, что ходили, скучали с утра. Шо вы, ну, каже? Да хоть поклевку увидели, да. О! Сидят такие серьезные пацаны и тягают такую несерьезную рыбу. Генерал, тебе не впадло.
воробьев стрелять из двухстволки. Ой, на карася ж приїхали. Щось не опускається, що висить чи що? Висить там, мабуть, вже. Може, на живця що так клюнуть? Нехай повисить. Я ж говорю, такое висить, що взагалі його не чувствуєш. Є воно там? Нет його там. Зато спать хорошо будем, правильно? Намахаемся. Как Костяныч мне рассказывал, лежит, слышь, лежит вот так вот. Вот так раз, раз, подсекает. Каже, просыпаюсь от того, что вздрагиваю. Подсекаю, говорит. Я когда-то так подсекла, что с дивана слетела. Ловись, рыбка, хоть одна большая. Надоела маленькая. Мормышку ж поставила крутую. Не привлекает. Мотыль такой, что... Да ты иди, ты иди до Лёхи, Лёхе тоже надоело. Лёха там семечки плюхает, поделится с тобой семечками. Посидите, пожалуйтесь на жизнь такую. Вон какой клёв, шикарный. Как бы ещё на том кончике вес чувствовать. Эх, трахти. Хоть бы крупнейша, хоть трошки бы крупнейша была. Ну шо це за анекдот, ну. Тільки червячка висмактує. Смішно. А тут лежить поплавок, лежить прямо ж. Где ж та зубатка? Почему зубатка не клюет? Ну. Подняло ты, смотри. Нафиг мне три удочки, мне одной хватает. Ля-ля. Да ё-моё. Вы следите за коллегами, вот такой лёд, что он и пикнуть не успеет. Он, чуешь? Не, нормальный вообще, да? А ледок хороший там, Саша, да? Вот там, где ты вышел, откуда ты вышел. Хорош? Ты в этом году ещё не купался, не? А я уже два раза. В камышах. Да? Так а что вы лазите? Пока... Я ж вас предупредила.
Там же нема льда вообще. Не, не нырнув, с камышов вышел. Я как вижу, когда кто-то выходит с камышей, у меня сердце останавливается. Ты шо? Я понимаю, что нас тут много, и что до машины недалеко. В принципе, по грудь провалиться не страшно. А я как одна была вот там вот, вот то да. Да еще как в стакан сложилась, что не могла пошевелиться. Меня как в капкан зажало. Мне надо было просто подойти, вот так руку дать и выдернуть. А подойти некому. Так что я в камыши теперь боюсь ходить. Кто ко мне пришел? Матросик с полводы. Вон этот копошатся. Но матросика можно выпустить, он подрастет. А тюльку выпускать бесполезно. Не, смех смехом, но на беляках таки самое у меня когда-то было. Что тут сматываться уже, у меня карасик клюнул. Уже вот так после обеда. А до обеда вот такие вот мелюзга долбала. Крупня. Да трошки еще посидим, конечно, он уже. Оно мне надоедает уже. Соседский кот уже с прошлого раза еще накормленный. Что с этой тюлькой же ничего не сделаешь, если бы хоть чуть-чуть крупнее. Даже консерву не сделаешь. Ух ты! По зубам кому-то дала. Налетела. Тю, телепалась там. Ой, глистяра, господи боже мой. Ой, Бог милый, я такой рыбы. Ничего, разминка.